Трагический инцидент в штате Аризона, когда 9-летняя девочка случайно застрелила инструктора по стрельбе, усилил полемику об условиях использования оружия несовершеннолетними в США. Инструктор показывал ребенку, как обращаться с пистолетом-пулеметом УЗИ. После нескольких выстрелов по мишени она из-за сильной отдачи потеряла контроль над оружием, и следующие пули попали в мужчину. Нет такого понятия, как безопасность оружия, когда оно в руках ребенка, считает военный эксперт. Знаете, нельзя им давать оружие такой убойной силы, такой огневой мощи и настолько тяжелое. На стрельбище, на котором произошел инцидент, допускаются дети с 8 лет в сопровождении родителей. Прокуратура уже заявила, что никаких обвинений предъявлено не будет. «Я не вижу проблемы в том, что 9-летняя девочка стреляет из пистолета-пулемета. Это не проблема, говорит владелец оружейного магазина. На самом деле все зависит от действий инструктора и от того, хорошо ли она усвоила все инструкции перед тем, как взять оружие. К тому же сам инструктор выбрал неправильную позицию». По оценкам специалистов, на руках у граждан США находится от 270 до 300 миллионов единиц огнестрельного оружия, и далеко не всегда оно просто висит на стене.